Всем привет, с вами Чен Лува, и сегодня я буду играть в игру Психопат Хант Reboot. Только почему-то на русском языке переводится как перезагрузка. Так, разработчик у нас Nitro Asus, помощник это Demon Play 66. Я в эту игру еще не играл, не было времени. Ну, давайте я поиграю. Ну-ка. Веду свой никнейм. Так, понятно. Ну-ка, Demon Play 66. Так, он там есть. Ну ладно, давайте я веду самого же разработчика. Это Nitro Asus. Да. Давайте я на тяжелом, как всегда, поиграю. Поэтому let's go. Сейчас, подождите. Я выключу Wi-Fi. Чтобы меня телефон не подтормаживал. Ну-ка. Ага, хорошо. Так, ё-моё. Бежим. Так, вот тут у нас коды. Ладно, бежим, друзья. Туда выкидываю. О, ни хрена себе. Ну-ка, тут ничего. Понятно. Ё-моё. О, ни хрена себе. Охрененно, сколько тут пулек. Отстань. Сколько нафиг? 10 секунд. А чё так мало? Ладно. Так. Где там? Ага, все понял. Где это? Так. У меня немножечко игра подтормаживает, но в принципе игра хорошая, легкая. А это еще что такое? То есть я через эту хрень не пройду. О, господи. Там еще теперь и задом что-то тут наперед там, я не знаю. А, все, я понял, в чем дело тут. А. Ну ладно. Господи, ты чё меня так пугаешь? Придурок, блин, недоделанный. Ладно. Сейчас эта хрень пошумит. Где нам нахрен она тут нужна? Ну ладно. Блин, а ни хрена себе. Движуха жесткая. Господи, я так обосрался. Ёкалы-маны. Я тут дурью уламываюсь, ладно. Ну, хотя бы спасибо, что не за мной. Ладно, друзья, бежим. Готово. Иди нахрен. Ё-моё, ё-моё, ё-моё. Вот это... Ты чё меня так, сука, пугаешь? Падла недоделанная. Ладно. Так, тут у нас патроны. Ладно. Взял этот ключ. Сейчас. Да чё у меня так... А чё так мало FPS у меня падает? О, нормально так. Хотя тут категорически, тут вообще легко пройти. То же самое, как и обычный психопат Хан, только других. Это-то... Ты чё на приколе? Чё за приколы у тебя, а? Чё за фигня? Не подскажешь? Ладно, побежали. Бежим, друзья. Ля-ля-ля-ля. Так...
Да чё у меня так FPS хрен? Хули он у меня падает? Чё за хрень? Иди нахрен. Так. Отхожу. Вопросик. А почему у меня так телефон, точнее игра, чуть-чуть FPS... Ой, блин, падает. Чё за приколы? Никто не подскажет. Да ты! Чё это за прикол? Кто-нибудь разберитесь с этим психом ненормальным. Так, ладно. Не, ну мне просто игра трындец как лагает чуть-чуть. Подлагивает. FPS, точнее, падает. Ладно. Да что ж такое? И нахуй отсюда. ТНС. 10 секунд, пока психопат не проснется. Что нахуй? Подождите. А где? Где у меня ключ выпал? Помогите. Так. Где-то тут, значит. Блядь, чё за хрень? Не, ну, это трындец. А. Это трындец, нахуй. Ладно, давайте просто на призраке. Поехали. Мне просто игра чуть-чуть это... Блин, мало FPS чуть-чуть. Ну, практически дает мне мало FPS. Я сразу же скажу. Какого хрена? Единственный вопрос, почему у меня FPS падает, этот вопрос еще никак не решен. Надеюсь, скоро, может быть, решатся этот вопрос. Либо же у меня из-за записи экрана. Либо у меня из-за записи экрана так лагает, либо я сам, честно говоря, ни хрена не знаю. Ладно. Что же тут у нас валяется? О, код. Бежим, друзья. Ё-моё. Хрененно просто. Да что же такое? Вы сами видите, как эта хрень дает чуть-чуть мало частота кадров в секунду. Особенно вот. Категорически тут 60 FPS. Почему тут просто нельзя поставить 120 FPS тех, у кого есть 120 герцовый экран? Это вот мой вопрос. Но, скорее всего, на моем записи экране у меня будет давать только 60 FPS. 60. Также плюс 60 кадров. Точнее, 60 герцовый экран у меня будет только на записи экране. Если я не снимаю на записи экрана, то это означает то, что у меня дает игра какая-то там на 120 FPS. Ну и все, вроде. Ладно, друзья, сейчас просто попытаюсь пройти там хрень какую-то, я там не знаю. Поэтому проходим просто. Так как я вам рассказал тут. А почему я не могу тут подвинуть? Что это такое? Почему я тут тоже не могу пройти? Там что, какие-то баги, шмаги, хренаги? Или магомеды какие-то, я не знаю. Просто бы взял и лицо бы кому-то расхерачил тут в психопате. Не в реал лайфе, потому что я не такой уж и долбоёб, поэтому ладно. А почему у меня тут это... А единственный вопрос, а почему щипцы летают? Просто они летают и все. Психопат, сдрысни нахуй отсюда. А почему нету ключа от машины? Чё за хрень? Объясните мне, пожалуйста, что это за хрень? Это хуйня какая-то. Да блядь. Просто... Да блядь. У меня просто нахрен эта игра мало FPS дает. Почему я вот этот вопрос никак не решу? Поэтому такие делишки. Трындец нахуй.
Ладно, беру тогда эту хрень. Бамбук. А, стоп. А почему? Подождите. Я не тупой? Подождите. Просто я не припомню, что я брал. А, блин. Я не припомню, чтобы я брал молоток. Ну ладно. Упущу этот момент. Подождите. Это зеленый ключ. А можно вопрос? А почему тут какая-то дичь происходит? Можно этот вопрос ответить или нельзя? Охренеть просто нахуй. Да ё-моё, опять падаю. Почему там нету? Блин. Какого хрена? Просто. Не знаю. Чистоты кадров. Говно какое-то. О, прямо в задницу попал. Имба просто. Просто взял нафиг. И просто в жопу ему попал. Поэтому ладно. Ну и как мне? Чё это такое? Ну и как мне эту хрень пройти? Никто не подскажет. Чё за говно? А, стоп. А я разве бросал? Или нет? Просто я не видел. Ну ладно. Взял желтый ключ. Точнее, красный ключ. Только почему-то он желтый. Ну ладно. Так, ладно. А ёкалы-маны. Чё так мало FPS дает? 4,6. 3... 59, ну наконец-то. Охрененно просто. Мало частоты, блин, кадров понадавали, поэтому ладно, такие дела. Это трындец, нахуй. Ну неплохо, я так про... А, продолжение следует? Ну ладно, давайте буду на это заканчивать. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Всем пока.